ехали? Расскажите по порядку, пожалуйста, что с вами произошло? Мы ехали по проспекту Дзержинского. Машины ехали медленно. Спокойно. В какой-то момент, вот напротив, начал бежать ОМОН. Вот, там люди, видно, перепугались. Какая-то машина развернулась, чтобы ехать напротив движения или куда она там хотела ехать. Едет в мою сторону. Я решил подальше вообще с этой дороги уехать на тротуар. И пока я ехал на тротуар, мне в бок врезалась какая-то темная машина. А люди бежали по проспекту по проезжей части? Кто там, ОМОН, в форме, не знаю, кто там, люди бежали, да, по проезжей части. А вот эта машина, вы не видели, кто там был за рулем? Ну вот, наверное, вот эта та темная машина, я так понимаю. Кто-то в балаклаве был или кто-то... На кого вы работаете? Кто вам платит? А? Вот здесь. Сколько вам заплатили? Машина стояла или она ехала? Вот она меня врезала. Она ближе ко мне стоит. Я единственное, что боковым зрением заметил, что что-то темное едет в мою сторону. И вдруг с грохотом меня аж прям трясло несколько раз. Ну, какие-то начались там действия со стороны ГАИ, там оформляют что-то вообще, что вы там видите? Не знаю. Я не понимаю. А что принёсли сюда? Сказали, что все сняли на камеру, что все ехали медленно и что пойду в тюрьму. Что пойдете? Я пойду в тюрьму. Я тоже здесь живу. А как вас зовут? Андрей. Ну, как просто авария, ты же видишь, что происходит? Сколько машин? Ах, вот, 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 вот